Да? Что надо? А, мать твою. Я тысячу раз говорил, что нарики под дверью мне ни к чему. Если хочешь ширнуться, нужно звонить, урод. Эй! Не горячись, брат, а? Спокуха. Что хочешь? Дозу? Денег? Скажи, что хочешь, и мы сговоримся, а? А черт! Я тебя мозги вышибу, сукин сын! Думал спереть в моем доме мой товар? Я тебе кишки выпущу, ублюдок! Слышь, прекрати уже бегать! Не спрячешься, чертов нарик! Черт! Я тебя слышу! Подожди! Я дам тебе что хочешь. Наркоту или деньги. Нужна доза? Прошу, не убивай меня, а? У меня дети. Вот мои дочки. Это Сара. А малышка, это Синди. Прошу тебя, я хочу вернуться к ним. Прошу. Прошу, не стреляй. Я тоже отец. Я не убийца. Мэтт, это Сэм. Я выяснил, что ты просила. Владелец квартиры на Марбл-стрит, доктор Адриан Бейкер. Он бывший хирург, приторговывал наркотой по-тихому. Сколотил состояние, скупая дешевые квартиры. В числе прочих эту на Марбл-стрит. На наркоте его поймали за руку, дали несколько месяцев и лишили лицензии. Любопытно. Спасибо за информацию, Сэм. Я твой должник. И, Мэтт... Поосторожнее, ладно? Я постараюсь. Потом перезвоню. Владелец квартиры, в которой Итан отрезал себе палец, живет здесь. Не самая лучшая зацепка, но выбирать не приходится. Привет. А, говорят, у вас можно достать бетропен без рецепта. Сожалею, но это не так. До свидания. Стойте. Мне правда это очень нужно. Деньги есть? Ну, сказали бы сразу. Заходите. Ну, так вам нужен бетропен, моя дорогая? Проблемы со сном? Много надо? Ну, не знаю. 3-4 коробки. Ну, думаю, это не проблема.
Выпьете что-нибудь? Компанию составите? Нет, спасибо. Алкоголь лучше не мешать с лекарствами, не так ли? Ничего, надо все-таки выпить за первую сделку. Кажется, мы еще не встречались. Кто вас направил? Я уже не помню. От всех этих таблеток мозги спеклись. Едва могу отличить день от ночи. Много у вас клиентов? Хватает. Хотят забыть о проблемах. Красивые ли они, стройны, трудолюбивые? Мир предъявляет нам слишком много требований. Я что-то вроде предохранителя, который не дает обществу взорваться. Я слышала, что вы сдаете квартиры. Это правда? Извините, милая, они уже все сданы. Жаль. Мне бы что-то в районе Марбл-стрит. Вам нехорошо? Мамочка не учила вас не доверять незнакомцам. Знакомьтесь, Мэтью. Он тут вроде как проводил перепись. Уже задолбали эти проклятые легавые. Так, значит, вы ищете на Марбл-стрит квартиру. Я сдал одну такую Паку, если вы о нем слышали. Не знаю, зачем она ему. Видимо, развлекается там с девками из Голубой лагуны. Если честно, мне все равно. Платит вовремя. Все бы так. Пусть развлекается. Что ж, пора бы взяться за дело. Я так люблю оперировать, что рад любой возможности попрактиковаться. Инструментов у меня нет. Использую подручные средства. Надеюсь, вы на меня не в обиде. Терпите. Будет немножко больно. И ведь всегда так. Как только возьмешься за работу, непременно кто-то звонит в дверь. Я выпровожу гостя и тут же вернусь. Не скучайте, я недолго. Здравствуйте. Я принес вам слово Господа в виде этой прекрасной Библии, которую буду счастлив вручить вам за скромное пожертвование в размере $5. Не надо, большое спасибо. Да что вы, брат мой? Я не могу поверить, что слово Господа безразлично. Мы, его паству, должны следовать за ним, ибо святой Иоанн сказал... Большое спасибо. Мне ничего не нужно.
Заглушите мотор! Норман Джейден, ФБР. Можем поговорить?
Я слушаю. Зайдем внутрь. Я ищу владельца голубой «Шевроле Малибу 8-3». Мне плевать, как она сюда попала, украл ты ее или нет. Я хочу знать, кто ее купил. Прости уж, не запомнил. Башка дырявая, ничего не помню. Попробую освежить твою память. Если выяснится, что ты продал машину человеку в розыске, ты проведешь за решеткой полжизни, малыш Джек. Решил на понт меня взять, сосунок. Не видел я тачки. Иди нафиг. Кровь. Здесь-то она откуда взялась? Размер 42. Это кто-то из клиентов. Отпечатки пальцев, скорее всего, принадлежат Джеку. В этой грязи я точно ничего не найду. Лучше заглянуть в гараж. Это не та машина, которую я ищу. Размер 45. Видимо, это размер Джека. Твой дружок легавый, чересчур любопытный. Пришлось заткнуть его, болтливый рот. Руки вверх, коп. Мне некогда с тобой в игрушки играть. Заведу тебя подальше, ты прикончу. На уши!
Ну-ка, живо выкладывай, кому ты продал машину! Ах ты, козел вонючий! Ты мне нос сломал, гад! Я тебе башку продырявлю! Колись! И быстро! И не пугай, страшный злобный коп. Пороху не хватит! Я хочу знать, Джек, кому принадлежит эта машина? Не насрать, что ты там должен. Я не стукач. Можешь арестовать меня, коп. Фейерверки любишь, Джек? Топливные цистерны взлетят на воздух на счет раз. Черт, не смей поджигать бензин! Мы скажем, это случайность. Точнее, я скажу, что это случайность, поскольку ты замолчишь навсегда, верно, Джек? Ах ты, долбаный ублюдок, совсем спятил, чмо! Я не знаю, кто этот тип. Он хотел избавиться от машины и получить, типа, новенькую. Платил налом. Чему лишние вопросы? Просил сообщить парню по имени Пако из Голубой Лагуны, что все готово. Больше нечего сказать. Мы продолжим разговор в участке. Вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. Черт, как не кстати. Все, что вы скажете, может быть... Да у тебя проблемы, чувак. Развернись. Так вы думаете, это мастер оригами убил Манфреда?